Всем доброе утро. Ну что, мы сегодня тестируем с вами нашу новую импушку, которую создали благодаря IGG. Я вчера тестировал со своего твинка, нападал на себя. Единственное, кто мог слить, это Франки и Зефир. Но у них максимальная точность, и он был не максимального левела. Сейчас, я надеюсь, там у нас на битве гильдии будут хорошие соперники, и мы потестируем с вами тоже максимальную прокачку вот такого вот Ронина. Я даже, наверное, не буду ставить эмблему, я просто поставлю питомца. Вот такой вот у нас вариант, без эмблем, без ничего, и пойдем попробуем соло зафармить. Ну, будет видно сразу, сольют, не сольют. Юнитов я тоже брать не буду. Просто чисто интересно посмотреть. Что там нападают? Нападают. Так, 1.6. Лям. 1.5, 1.5. Ой, отличные противники сегодня. Будет кого пофармить и поржать. Такс. Что у нас тут есть? Барт, Феникс, Зефир, Рея. Я, наверное, через Зефира нападу. Попробую. Ломается забор. Супер, блядь, раз-то, конечно. Для Минотавра, по-моему, на раз-два. Так, смотрим на нашего Ронина. На нем нету эмблемы никакой. То есть он чисто один талант и все. То есть без всякого ожога, потому что многие ребята... Ну, я знаю, что такое собрать 10-й ожог. Его реально сложно собрать даже некоторым донатом, потому что он на некоторых серваках вообще не продается. Да и без доната это Unreal. Ну, кто с самого начала фармит, может эмблема мне. Ну, то я сомневаюсь, что есть такие фанаты. И то там надо будут камешки, которые не так просто получить. Ну, в общем, вы, думаю, все сами видите. Просто налегке он сейчас фармит, разваливает. 1.6. Жесть. Без эмблемы, ребят. Без ожога. То есть один талант. Такое себе. Поехали дальше. 1.5. Есть стрелок. Зефир, Мэри, Рон. Поехали, попробуем здесь. Может, здесь хоть будет посерьезнее противник. И самое интересное, посмотреть, как по нем будут попадать. Ну, я пока не вижу, чтобы его сливали. Да, без точности, короче. Если у вас нету героев на точность, у вас будут просто налегке вот такой вот сборкой проходить. То есть у вас как минимум должен быть Зефир на точность заточен, либо Супер Пэт, ну, если вы опять же топ донат, либо же Фрэнк. И то не факт, потому что они дамага хрен знает сколько, если 30-й прорыв. Ну, я, в общем, сделаю еще тест 30-го прорыва, скорее всего, потестирую. Результат вот у вас, ребят. Как видите, он даже не получает дамаг. То есть он как стоял, так и стоит. Ему реально пофиг.
Так, окей. Двоих противников отсюда мы просто вынесли на ура, на изи, я не знаю. Без проблем. Мы напали через Зефира, через самого сильного. Но нету воодушевления. Я надеюсь, сейчас в следующих противников наших будут нормальные расты. Так, 1.5, 1.5. Ну, давайте следующее. Тут тоже нету ладушек. Я не знаю, чего мне ладушки не ставят. Ну, поехали, нападаем. Через огника, барда. Вот в чем разница? Разница где-то приблизительно 800 кхп. То есть это отображается на отхиле героя за счет супер чары, обряд лечения. То есть это тоже надо учитывать. Чем у нас лучше будет больше хп, соответственно, прорыв, тем больше отхил, тем сложнее его убить будет. И сложнее убить из-за того, что у него больше жизни. Вот, поэтому, возможно, 10 левела, 10 прорыва он не настолько показал себя топово, как этот, но они, в принципе, одинаковые сборки. Только тут десятка, там девятка, все, больше ничего. Ну, смотрим. Ну, я думаю, тут без вариантов. Надо было, наверное, через этого. Через низ напасть, там, Мэри, землеройка. Но это все равно не спасет. Без эмблемы причем. То есть, эмблемы нету. Процентов. Попробую через дуэлянта. Дуэлянт, Зефир. Вот тут у нас еще и Фрея. Попробуем через них. Просто, блядь. Я не знаю. Все очень просто. Они вот, вроде классные герои. 30-е прорывы тоже, у них точности нормально, все дела. Но они нифига ему сделать не могут. То есть он как стоял фуловый, так и стоит. Просто жесть, ребят. Чтобы вы понимали, на сегодня битва гильдий из-за вот этой вот хрени реально просто убита. Самое интересное, если вы видите, они по нем не миссают, то есть миссов нет. Это говорит о том, что у них точность действительно есть, но вот как оно так работает, я не знаю, но они не миссают по нём. Когда он выходит с инвиза. Просто налегке. Опять же, еще два топа, ребят. Еще два топа у нас просто слиты налегке. Я в шоке, блядь. Фрея, стрелок. Давайте сюда и попробуем напасть. Оба. Плюс Зефир, и те оттуда будут бить. Это без эмблемы, блин, герой. Без сожога там, без выживания. Это просто с талантом герой обычный. Блин, жесть. Просто жесть, ребят. Вот смотрите, 50% за 30 секунд. За 30 секунд мы 50% базы развалили. Одним героем. Без эмблемы, без ничего. О чем они думают, я не знаю. Посмотрим на реакцию. Фу.
О, ну вы знаете, что надо писать в комментах, как обычно. В общем, правда. Правда, что это, ребятушки, имба. Как с ним воевать? Только единственный вариант – это точность. Ой, случайно Франка выпустил. Все, топ-5. Мой новый результат – 19-375. Вот так вот. О чем они думают, честно говоря, я даже не знаю. Это просто трэш, это просто бред. В общем, вот такие вот, ребят, дела. Такой вот Ронин соло ушатал топовые базы без эмблемы. Просто налегке. Я не знаю. Я честно скажу, я не знаю, что дальше делать с этим. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу героя сборок. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.